А? Как вам Киев без мэра? Киев без мэра? Да. Почему без мэра? Понимаете, дело... С мэром. А какая разница, да? Мэр. Да, великолепно, Киев был с Черновецким, да, с мэром Черновецким. Вы выбрали Черновецкого, я голосовали за Черновецкого. Вы голосовали за Черновецкого. Я голосовал. О, вы голосовали за Черновецкого, я знаю. Великолепно вы... было Черновецкое, великолепно. Вы с Черновецким проголосовали, дай бог. Я уважаю как человека, да, ну как мэра, вы ее выбирали, да. Поэтому еще раз говорю, нам нужен настоящий хозяйственник. В свое время будут выборы, будет, и сейчас есть исполняющий... Сегодня есть исполняющий главы администрации Голубченко. Власть в Киеве есть, законная власть в Киеве есть. Есть Киевский совет, он скоро будет проводить сессию, принимать бюджет и так дальше. А что вы сняли? Что по поводу сняли? Все в порядке, да. За что его сняли? А вы знаете, в любом... Это еще раз подчеркивает высочайший уровень демократии и европейскости нашей власти, президента. В чем он провинился? Вот смотрите, на Западе, если есть какое-то замечание или косвенное какое-то подозрение в чем-то, то политик уходит в отставку для того, чтобы разобрались. Это нормальная европейская практика. Это наоборот, вы должны гордиться, что у нас такой президент, который создал гражданское общество в Украине, что можно везде, бог знает, вы попробовали в Париже или в Америке вот такой Майдан сделать, чтобы был демократ. Понял. В каком времени еще будет мэрия занята? Ну, не знаю. Мэрия будет занята ровно столько будет нравиться киевлянам, что крысы бегают по Майдану и по мэрии. Как киевлянам надоест бегать для крыс по Майдану, по Хрещатику, по мэрии. Как киевляне поймут, что скоро не столько туберкулез будет, а будет чума и холера, и что могут заразиться их дети. Вот тогда киевляне сами выбросят из мэрии, из Майдана всех майданутых и восстановят нормальный.